Всем добра, мир! У нас сегодня на столе вот такие три средние и недешевые посылки с AliExpress. Если мы на эти посылки не потратим много времени, то мы еще распакуем вот такую посылку, такую дорогую посылку. Она с Пантау. Ну что, погнали. Убираем посылку. Берем вот эти две посылки. Они с AliExpress. Они одинаковые, вот такие посылки. Заказаны у разных продавцов. За разные суммы, можно сказать. Эта посылка стоила 635 рублей, минус доллару купон, у меня вышло 570 рублей. Шла посылка 26 дней. Эта посылка стоила 565 рублей, тоже минус доллару купон, вышла посылка 499 рублей. Эти посылки, как я заказал, я сперва заказал вот эту посылку, дорогую, как видите, я вот так вышел с купоном. И в похожих товарах я ковырялся и нашел еще подешевле. И тоже с купоном, как видите, я заказал и вторую. И первую я не стал отменять. Думаю, так продам. Ну что, погнали. Откроем обе. Итак, как видите, мы открыли эти две посылки, они упакованы одинаково, хотя вроде в магазине были разные, но почему-то на упаковках я заметил, что все написано по-одинаковому, даже и треки очень похожи, единственное здесь название было написано по-разному здесь и здесь, а так вроде бы я смотрел, разные магазины были, может эти магазины связаны друг с другом, не знаю. Откроем, тут у нас вот такие пенопласты двух сторон, вот такие пауэрбанки, как видите, вот такие пауэрбанки, не знаю, как они называются, уже забыл, у них есть название или нет, написано пауэрбанк, как видите, хорошая упаковка, добротная, даже нам приехала в хорошем состоянии, то есть в магазине можно рекомендовать, как видите, упаковали хорошо, написано пауэрбанк, там ход 1 ампер, то есть выход 1 ампер, зарядка, есть еще второй слот 2,1 ампер, зарядка самого пауэрбанка micro USB, как видите, написано, все на английском, вот так вот, здесь тоже написано характеристики, модель написана P200, имя написано просто 10 тысяч мАч, Powerbank просто. Вот такое у него название, как видите. Вот так. Все одинаково у них. Как видите, номера, набирка, все одинаково. Сейчас быстро откроем. Так, посмотрим. Тут в коробке вот такая пластика, вот такая поставка у обеих. Вот здесь есть вот такие зарядки. Micro USB, USB и вот такие пауэрбанки. Пауэрбанки 10 тысяч мАч, видите, как они вот такие маленькие. У меня есть 10 тысяч мАч от компании Romas, вроде бы он вообще большой. Вот это такой компактный, как телефон, с размером телефона, можно сказать. Как видите, два входа, USB зарядка для самого пауэрбанка и вот такая кнопка. Так, как видите, здесь есть 4 вот такие точки, диоды горят 3, значит пауэрбанк почти полностью заряжен, то есть каждая точка 25% означает, то есть 75% есть у него этого пауэрбанка. Тоже вот так, как видите, у этого вроде бы нет сбоку пленки. Вот, вот такая пленка есть на боковых торцах. Включаем. А этот вроде бы почти полностью заряжен. Как видите, все четыре горят. Я их уже... Ну, хотя они мне пришли быстро, они уже лежат давно. Так что все отлично. Не сели эти наши пауэрбанки полностью. Кстати, цвет вроде бы у них бывает черный и белый. Я вот купил черный, как видите. Сейчас я вам покажу.
Вот сравнение с телефоном. Вот мой телефон Honor 9 Lite, который у меня недавно был на распаковке. Смотрите, он даже меньше Honor 9 Lite, хотя Honor 9 Lite тоже компактный телефон. Экран у него только 5,65 дюймов. Смотрите, у нас обычно бывают такие 6 с лишним дюймовые лопаты, такие. Это вот компактный телефон. Как смотрите, телефон больше даже. Даже по тонкости почти одинаковые, как видите. Вот наш сравнение еще, вот наш Ромас Powerbank, тоже 10 тысяч мАч. Смотрите, он чуть Ромас подлиннее, чем наш Powerbank, и почти 2 раза потоньше, как видите. Так что если в этом Powerbank будет, как в этом Powerbank, 6 где-то 7 тысяч миллиампер часов на выходе, это очень будет хорошо. Этот Powerbank нам сейчас проверить не удастся. Если я его проверю, посмотрю, как он заряжает, там какие он ампера выдает. А полностью проверить не удастся, так как у меня таких тестеров нету. И просто надо проверить, заряжая ими телефоном, сколько он телефонов зарядит и так далее. Вот такие пауэрбанки. Если что, тут можете выйти, или я напишу это, как они выдают и так далее, или это будет тест видео. Итак, наш Powerbank без названия сейчас на зарядке. По заявленным характеристикам наш Powerbank должен заряжаться от питания сам 5 вольт 2 ампер и заряжать сам другие устройства от себя тоже 5 вольт 2 ампера максимум. Сейчас смотрим, как мы видим, 5,24 вольта, 1,6 ампера, то есть сам Powerbank так заряжается примерно, можно сказать точно. И насчет заряда других устройств этим Powerbank тоже примерно было 5 вольт, это 1,8 ампер, то есть цельные характеристики, можно сказать, верны. И насчет заряда этого Powerbank, я зарядил от него два устройства примерно. Pocophone это 75% и Honor 9 Lite где-то 80%. В итоге у меня вышло 5700 мАч, и при этом это только первый разряд этого Powerbank. Думаю, в последующем разрядах он будет выдавать еще больше. Я второй этот USB слот проверять не стал, где 1 ампер, так как нету смысла, думаю. Нам интересно только 2 ампера, то есть 2 ампера выдает, и 2 ампера, можно сказать, он заряжается. То есть так что Powerbank очень хороший. Я второй проверять не стану, так как эти два Powerbank, можно сказать, одинаковые фирмы, которые без названия. Вот такой Powerbank. Вот такие компактные, вот такие красивые Powerbank. Я купил на продажу. Убираем. И берем эту посылку. Эта посылка стоила 1043 рубля. Тоже у меня вот там нашелся купон у продавца. 200 с чем-то рублей вроде был, и у меня вышел товар 768 рублей. Пришла посылка очень быстро, за 8 дней, так как доставка была с России. Очень быстро у меня доставка, можно сказать. И пакет, внутри еще один вот такой пакет, как видите. Написано название фирмы Youbao. Как видите, упакован очень хорошо. Не знаю, или продавцы, или так магазин этот, то есть этот фирма так упаковывает, не знаю точно, может, или магазин, или фирма. Как видите, здесь есть вот такой QR-код, наверное, это или магазин, или этой фирмы. Здесь будет сайт. Открываем. Вот так откроем. Такс. Здесь у нас тоже Powerbank, уже другой, как вы видели, фирмы. У него нормальное название, называется Youbao. Как видите, здесь тоже должен быть 10 тысяч миллиампер часов. Так, ну что, открываем. Вот как закрыто все видно. Это вот такая наклейка, как видите, фирменная. Так, у нас в коробке вот такая
Обычная простая вот такая коробка картонная. Такая белая, вот такая обычно картонная, толстая. В ней вот была вот такая зарядка. Micro-USB, USB. А вот. Такой, как сказать, мануал или как-то. Где написано все. Такая бумажка. Все на китайском. Даже английский вроде бы есть здесь. И вот такой powerbank. Смотрите, вот какой он маленький. Но он толстый, чем те. Но маленький, чем те. Вот так вот, смотрите. Вот такой компактный, вот, очень хороший. Если вот здесь батареи такие хорошие, там, здесь будет тоже около 6-7 тысяч мАч на выходе, то очень хороший powerbank. Даже с собой в карман носить очень будет удобно. Так уж некомфортно будет. Как видите, вот такой. Он как бы металлический. Руки ощущаются, как бы он металлический, точно не знаю. Как видите, здесь вот есть вот такая кнопка. Вроде бы фонарик даже есть здесь. Два выхода и один вход, то есть для зарядки micro-USB 5 вольт, 2 ампер. Даже он будет заряжаться, сам powerbank будет заряжаться 5 вольт, 2 ампер, что очень хорошо. А выходы нам на телефоны будут выдавать или на другие устройства. Как видите, один слот 5 вольт, 1 ампер и 5 вольт, 2 ампер. Как те powerbank'и, как видите, вот такой логотип. Вот здесь вот такие 3-4 диода тоже по 25%, которые показывают. Здесь написано вот такие характеристики. Название все там Youbao powerbank. Как видите, 5 вольт, 2, 1 ампер, там 10-200 мАч. Как видите, это написано. Нажимаю на кнопку и смотрим. Как видите, тоже заряжено 3 диода, то есть 75%. Вот такой. Мне этот powerbank даже больше понравился. Этот powerbank мне, меня попросили заказать. У тех людей был вот такой фирмы powerbank, но он был 5000. Уже давным-давно они до этих времен пользовались. И этот powerbank очень нравился им. И они заказали у меня еще побольше, 10 мАч, как видите. Так что это, можно сказать, проверенный powerbank. С тем несколько раз они заряжали свои старые Samsung, типа S3, как видите. Вот такой powerbank тоже я здесь напишу там, или будет видео, как он выдает и так далее. Итак, тестирую наш компактный powerbank под названием Youbao. Как видите, мой покупон на зарядке сейчас, где у нас слот 5 вольт, 2 ампера, как видите, 1,8 ампер почти, и 4,9 вольт, то есть почти 5 вольт и почти 1,8 ампера. То есть заявленные характеристики, можно сказать, присутствуют. Я второй слот проверять не буду, где 1 ампер, так как нету смысла. Итак, насчет зарядки самого powerbank от сети было заявлено 5 вольт, 2 ампера, смотрим. 5,07 вольт, 2,05 ампер. То есть заявленные характеристики самого powerbank и зарядки от powerbank, все они верны. Остались ли сомнения насчет заряда самого powerbank? Первый разряд меня никак не удивил, когда я заряжал свой покафон. Думаю, это из-за того, что был первый разряд. Следующий разряд, думаю, будет отдавать много амперов. Нужно ли только несколько раз зарядить и разрядить свой этот powerbank. И, кстати, насчет корпуса. Я говорю, что он металлический. Мне кажется, в руках. Смотрите. Магнит притягивает. То есть, корпус металлический. Сбоку пластик. То есть, сделан powerbank очень хорошо. Вот такой powerbank. Итак, мы эту посылку распаковывать не будем, так как я не управился с временем, то есть у меня видео получилось так длинным. Если я буду распаковывать эту посылку, то у нас видео получится вообще длинным, поэтому ждите новую распаковку. Эту посылку пока отложим. Вот такие у меня были товары на распаковке. Кому понравилось, ставим лайки.
колокольчики там, все, что нужно там нажимать. Подписываемся тоже. Всем пока.